Unde nu sunt clădiri să cadă pe mine. Dacă începe un incendiu, trebuie să sunăm la numărul 911 și să închidem ușile, ca focul să se înrădușe. Восточного региона Европейского Союза. Это 6 стран, в которые входит и Молдова. Кроме Молдовы, еще Армения, Грузия, Азербайджан, Украина и Беларусь. Astăzi ajungem la faza când putem prezenta un produs aici în țară cu instruirea copiilor. Nu-i ceva nou spus, atunci când există o instruire calitativă, atunci când există o cunoștință de cauză, cum se comportă într-o situație sau alta, deci ne permite ca să minimalizăm riscurile, deci ne permite să minimalizăm victimele. Thank you and good morning, ladies and gentlemen also. On behalf of the Director in General on Humanitarian Aid and Civil Protection of the European Commission, I'm responsible there for the international cooperation with the Republic of Moldova and also for the implementation of this program, the prevention, preparedness and response to man-made disasters and natural disasters, which this event is part of. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you here on behalf of the EU-funded PPRD's program. As Vladimir said, I'm the team leader of the program. My name is Sergei Nednosti. I would also like to use this opportunity to thank our host and our colleagues from the Civil Protection and Emergency Situation Services of the Ministry of Internal Affairs of Moldova, Mr. Gennady Barbu, who is the member of the PPRD Steering Committee, and also our National Program Coordinator, Sergio Gradinaru, for organizing this event together with us, and for all partnership and friendship they provided to us during the implementation of this program. Специалистов спасательных служб и осведомленность журналистов была повышена в сфере гражданской защиты и сокращения рисков от крупных катастроф и аварий. Есть известна очень значительная часть населения, которая на самом деле серьезно нуждается в изменении подходов к осведомленности, потому что большинство людей все-таки в случае аварии паникуют, не знают, как себя вести, не знают, что первым образом нужно сделать, не умеют спасти ни себя, ни самых близких людей, и информационная работа чрезвычайно актуальна. У нас в сфере предупреждения и реагирования на природные катастрофы улучшение информационной политики является ключевым направлением. И, к примеру, вот вы видите, в Азербайджане впервые известный журналист из информационного агентства «Тренд» встречается со специалистами спасательной службы. Для Азербайджана это особенность такая. В рамках нашей программы они познакомились. После этого они стали лучше сотрудничать. Не так, как может быть в Молдове, потому что Молдова, я считаю, лидер в этом отношении. Но, по крайней мере, это тоже результат нашей программы. Спасательная служба Азербайджана, Министерство чрезвычайных ситуаций и журналисты, в принципе, начали коммуницировать, в принципе, начали встречаться в рамках нашей программы. Украине очень известная телевизионная ведущая Елена Проляк, на телеканале ICTV выходили сюжеты в рамках нашей программы PPRD-ИСТ. У нас не часто, но эти сюжеты уже стали выходить, это позитивно очень.
один из офицеров спасательной службы Молдовы, участник стадитуров Словакии, дает интервью белорусским телевизионным журналистам, которые приглашены были нашей программой этот стадитур, и потом телевизионный сюжет выходил в Беларуси. Это украинский журналист во время стадитура в Италии. Он рассказывает о уникальном, тяжелом, очень трагическом событии в Италии, когда больше 2000 человек погибло в течение нескольких минут из-за прорыва крупной высотной дамбы. Мы в рамках нашей работы, понимая, как важно организовать кооперацию между журналистами разных стран, проводили специальные семинары. И одним из предложений, которое прозвучало у журналистов, было то, что на самом деле нужно какое-то пособие, как вести себя журналистам в момент кризисных ситуаций. Мы разработали такое пособие, оно есть на сайте, и в течение ближайших недель, может быть, раньше, может быть, через неделю-две, оно будет уже напечатано и в твердом виде, и будет распространено среди телевизионных каналов и средств массовой информации в каждой из наших стран. Это справочник или руководство, в котором специально указаны и правила поведения для журналистов, и правила оказания первой помощи, если это, не дай бог, необходимо. И как правильно собирать информацию, какие есть рекомендации для руководителей телевизионных каналов или радио, или газет. Он небольшой, но это концентрация тех идей, которые мы обсуждали во время семинаров. И этот гайд для журналистов, такой справочник, является результатом нашей работы. Вы все в апреле сможете получить такое пособие. В Германии, где существует более 1 миллиона волонтеров, у которых есть сертификаты, которые прошли специальное обучение, существует правило, когда волонтеры освобождаются, есть специальный закон, от части налогов, которые люди платят. Это стимулирует их тоже. Там очень много организаций. Есть 5 национальных организаций, и во многих общинах тоже они есть. И волонтеры как помогают содействовать спасательным службам, профессионалам предупредить аварии или катастрофы, так и, конечно, активно вовлечены в ликвидацию последствий аварии. Германия один из, я бы сказал, локомотивов волонтерской работы в Европе. Мы были на стадитуре, мы увидели, как в маленьком городке это работает. В городке несколько тысяч человек, но там 75 примерно постоянных волонтеров. Для них это потрясающее хобби. Они встречаются иногда даже каждый вечер, просто общаются, ремонтируют свои автомобили. Они не получают за это зарплату, у них совсем небольшое финансовое подкрепление от городской мэрии, но при этом, проживая в городе, который иногда подвергается крупным наводнениям, они способны быстро и эффективно реагировать. Вы видите человека, который осматривает территорию, он 40 лет является волонтером, рядом с ним его дочь, которой 21 год, и они осмысленно и с удовольствием этим занимаются. Повторю, есть специальные правила. В Италии в 1992 году был издан специальный закон, который подчеркивает важность и возможность, это очень важно, чтобы это было легитимно, взаимодействовать между спасательной службой профессиональной и волонтерскими организациями. Италия – это 60 миллионов человек, это более 8 тысяч муниципалитетов, небольших общин. И мы пройдемся сейчас по такому таймлайну. Я просто коротко вам расскажу, что вот, например, 1908 год. Крупная катастрофа, крупное землетрясение в городе Мессина. Огромное наводнение на реке Арно. В 1968 году землетрясение в Тбилиси. Есть пример крупного землетрясения в Фриуле в 1976 году. В течение примерно 20 лет волонтерское движение в стране, в Италии, развито до какого состояния? Посмотрите, более 4000 местных организаций,
28 национальных ассоциаций и 1 200 000 подготовленных людей самых разных, это учителя, это медсестры, это из самых разных слоев, в том числе возрастных. У них у всех есть специальная одежда, у них у всех есть какое-то оборудование, они подготовлены. И вот теперь самое главное, это огромный финансовый потенциал для страны. Эти люди не получают зарплату, они вступают в действие только тогда, когда есть угроза аварии или когда происходит крупная катастрофа. То есть возникает возможность за короткое время привлечь большое количество подготовленных людей. Это очень выгодно для страны. Страна не содержит многомиллионную армию спасательную, но при этом эта армия фактически есть, она может быть вовлечена, когда нужно. И вот это направление волонтерской работы для любой из наших стран и для Молдовы, я уверен, это тоже интереснейшее направление, потому что это хорошая цель. Люди, которые живут в небольших городах, готовы защищать себя, свою семью от возможной аварии, могут правильно себя вести, государство должно помогать этому. И роль нашей программы в том, чтобы рассказать вам об этом, чтобы вы тоже понимали это и участвовали в том, чтобы Молдова как можно скорее тоже содействовала развитию волонтерского движения. Я знаю, что в Украине спасательная служба Украины, например, готовится к проведению всеукраинской конференции волонтеров, для того, чтобы начать содействовать этому. Я уверен, что и европейские программы будут тоже помогать странам развивать волонтерское направление. Мы стараемся в рамках наших мероприятий информировать и учить специалистов знанию о так называемом европейском механизме гражданской защиты. EU Civil Protection Mechanism. Это не организация, это система процедур. Это система правил. Есть только центр в Брюсселе, который координирует всю работу, который включает этот механизм, активирует в случае крупной аварии в одной из стран Европейского Союза или у стран соседей. Молдова тоже на самом деле включена вот в эту систему. И в случае, если происходит очень крупная авария или катастрофа, и страна нуждается в помощи, страна может обратиться в этот механизм, в Брюссель, и будет эффективно, грамотно и правильно оказана помощь. Там есть система правил, это не так легко найти общий язык, но наша программа рассказывает об этом механизме и учит специалистов, в том числе и специалистов спасательной службы Молдавии. Это одно из направлений нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы страны лучше знали и больше знали о системе гражданской защиты в Европейском Союзе и лучше могли взаимодействовать между собой. Главные результаты – это повышение, лучшие знания о рисках и о возможных ресурсах при подготовке и реагировании в нашем регионе на чрезвычайные ситуации. У нас очень интересный результат нашей программы. Это в конце нашей работы будет представлен интерактивный региональный атлас рисков. Это карта многослойная, там примерно 300 слоев опасных мест, опасных предприятий, опасных местностей, где могут быть разного вида аварии или катастрофы, такие как землетрясения, оползни, наводнения, крупные пожары, техногенные катастрофы, пожары как лесные, так и крупные бытовые. Вот этот электронный атлас рисков – это не бумажный документ, это инструмент электронный, который постоянно будет обновляться, и в каждой стране такой атлас рисков будет адаптирован на каком-то уровне, он будет частично открыт для всех, частично закрыт, потому что там будет специальная информация, он будет постоянно обновляться, на самом деле в рамках нашей программы он, может быть, не будет создан в идеальном виде, как бы. Но это процесс, и результатом программы будет вот такой электронный инструмент, региональный электронный атлас рисков.